Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому. Они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Это имя не вызывает отрицательного восприятия. Звук «Б» в этом имени иногда связывает с упрямством и упорством. Нерешительность, некоторая неуклюжесть и беспомощность, чрезмерное желание ухаживать за другими людьми. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Представители этого имени уравновешены, честны и готовы прийти на помощь. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Этим людям можно верить, они верны своему слову. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. «В» – значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Чрезмерная гордыня носителей имени с буквой «К» мешает им осуществлять намеченные планы. Эти люди ответственны и терпеливы. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Легкий флир и романтическая дружба – это предел, на что они могут пойти в ущерб теплу семейного очага. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.